Всем хай, танкеры! Злобин на связи. Обновление 9.7 уже доступно на просторах мобильного Блица. Вместе с ним к нам пришел переделанный красивенький Миддлбург, на котором, кстати, и будет снят весь выпуск. Пишите в комментарии, как вам карта. И новая ветка китайских легких танков. Так уж вышло, что китайская и советская техника часто бывает похожей. Сегодня мы сравним две ветки ЛТ из страны восходящего солнца и Советского Союза, с 7 по 10 уровень в формате ПВП. Посмотрим, кто сильнее в драках у фонтана. К слову, этот выпуск вышел благодаря тому, что именно вы под забивом топов ЛТшек прожали 5000 лайков. Большое вам спасибо за поддержку. Не забывайте и здесь прожимать пальцы вверх и подписываться на канал. Вот эту ситуацию нужно срочно исправлять, танкеры, а то 65% многовато будет. Надо стремиться к нулю. Что ж, приятного всем просмотра. Мы начинаем. Калибр – многопользовательская онлайн-игра от третьего лица про современный спецназ. В Калибре вы можете играть за оперативников из разных стран. Каждый оперативник уникален. В бою участвуют команды из 4 человек – штурмовик, снайпер, медик и боец поддержки. При этом все оперативники различаются набором вооружения, характеристиками и спецспособностями. В игре доступны ПВЕ-миссии и бои против других игроков. Сочетание бойцов и их характеристик дает множество вариантов взаимодействия и развития боя. Здесь решает тактика. Залог победы в Калибре – грамотная оценка ситуации и слаженность действий всех игроков в команде. Честный фри-то-плей. Ваш главный ресурс в Калибре – время. Поэтому быстрее заходите в описание и скачивайте Калибр по моей ссылке и играйте в свое удовольствие. Первый раунд, 7 уровни, 1 на 1. Китайский ВЗ-131 против советского ЛТГ. Несмотря на то, что китаец выглядит куда более симпатично, и ЛТГ довольно плохо начал эту дуэль, благодаря мощному урону в минуту советского танка, умению пользоваться фугасами и мансить своей уникальной броней, ему удается переломить ход сражения и доказать, что внешность не имеет никакого значения, главное, что внутри. ЛТГ приносит своей команде первый балл в этой ПВП-ветке. Счет 1-0. Едем дальше. Второй раунд. 8 уровни. 2 на 2. Китайский ВЗ-132 против Т-54 облегченного. Новичок против легенды. Вначале вазики, не стесняясь авторитета своих оппонентов, здорово отработали по фокусу, ополовинив одного из советов. Но облегченки не стали тянуть с ответом, моментально убирают китайца из боя благодаря более быстрой перезарядке. Китаец остался 1 в 2, ему удается забрать шотную облу, но к этому моменту запас прочности практически полностью иссяк. Вазик пытается отыграть от уничтоженного горящего танка, но Т-54 такое уже не отпустит. Второй балл забирают себе в копилку советские танки, счет становится 2-0 в их пользу, катим дальше. Третий раунд, 9 уровни, 3 на 3. Китайский ВЗ-132А против советского Объекта-84. Альфа против брони. И вновь китайцы смело начинают, отлично стреляют по фокусу, моментально убивая одного из объектов. А вот у советов что-то вообще не пошло, они как будто не успевают скоординироваться или хотя бы просто попадать в цель. Вазики отрезали второго объекта и начали грызть с 3 сторон. Долго он не продержался. Последний совет остался против 3. Боюсь, здесь шансов нет. А это значит, что китайцы забирают свой первый балл, столь важный, и все еще могут вытянуть на ничью. Ведь нас ждет сражение топов советской и китайской веток, на которых будут играть статисты. Вот их аккаунты. Игроки, которые будут представлять китайские топовые танки. Ukrainian Leo, 88 тысяч боев, 73% побед. Bro Stop Cry, 30 тысяч боев, 75% побед. И Tonikawa, 33 тысячи боев, 75% побед. А теперь игроки, которые будут сражаться на Т-100 ЛТ. Снич, 13 тысяч боев, 76% побед. Not to be, 39 тысяч боев, 62% побед. И Steel Loving, 5 тысяч боев, 80% побед. Ну что ж, ребята, поехали. 10 уровни, играют жесткие статисты, киберспортсмены. Все, кстати, мои тиммейты с европейской команды. Погнали. Лео против бота, Т-100 ЛТ против ВЗ 132-1. И что мы имеем изначально? Вазик чуть быстрее стреляет, да, потому что он может. Плюс у него выше альфа. Соответственно, здесь Т-100 ЛТ вот с поджогами вот такими может сейчас перевернуть. Отлично, бот выдает тычку, но мог дальше продолжаться, конечно, сейвиться за фонтаном. Решил этого не делать. И здесь не успевает бот немножко. Да, Лео выигрывает первую каточку, на него выезжает Steel Loving. Сейчас Леопарду нужно достаточно, извиняюсь, не Леопарда, а Ukrainian Leo выдать хотя бы одну тычку. Он уже плюс-минус себя неплохо, он еще и фугас закидывает, просто идеально. Выезжает Bro Stop Cry, и здесь я не знаю, что нужно сделать Steel Loving. Отлично принимает, сразу же откатывается, но Bro Stop Cry на опыте закидывает и просто начинает душить своего оппонента. Здесь у Steel Loving просто нет никаких шансов. ДПМ плюс скорость. Вазики, конечно, вот в таких дуэлях с ЛТшками просто разрывают за счет, опять же, ДПМа. Плюс очень опытные игроки, все киберспортсмены, не подставляют борта под фугасы, и поэтому здесь тестулетом с их понерфленным ДПМом довольно-таки тяжело тягаться. Ну, единственный их шанс — это как-то от фонтана за счет низкого корпуса сыграть. Выезжает, кстати, Снич. Последний из тестолетов. Bro Stop Cry выдает фугас без пробития на 100 урона. Это хорошо для Снича. Если он сейчас не будет принимать, найс, Bro Stop Cry мажет. Сничу сейчас нужно убивать. И, в принципе, он не в таком уж плохом положении. Ну же, нет, все-таки принимает. Ну ладно, не так критично. Одна ошибка от Тоникавы, и все хорошо. Плюс Снич сейчас будет принимать. Выдает тычку, отлично. Начинает крутиться. И вокруг трупиков нет. Тоникава закидывает. И все, кажется, в этот раз он не отпустит, еще и затанковал. Ну, здесь вазики действительно в таком формате, в ПВП, когда играют и там, и с одной, и с другой стороны сильные игроки. Здесь ВЗ благодаря ДПМу и альфе все-таки сильнее, и это правда. 12 хп Tonikawa забирает без каких-либо проблем, и все, ВЗ выигрывают. Итоговый счет у нас становится, кстати, 2-2 по веткам. Я вам хочу сказать, что, наверное, в целом ветка комфортнее, на мой взгляд, при игре конкретно в рандоме, хоть у нас и про ПВП рубрика, но в целом, скорее всего, она комфортнее у советских легких танков, но топ сильнее в ПВП, конкретно это Вазик 100%. Итоговый счет 2-2, победила дружба. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Обязательно прожимайте лайки, подписывайтесь на канал и напишите в комментарии, как вам этот выпуск. Ребята, 5000 лайков, надеюсь, наберем, так же, как и под забивом. Всем еще раз огромное спасибо. Не забывайте подписываться на канал, это очень важно. И всем пока, увидимся в следующих видео.